Вы даже не представляете, что у нас за гости сегодня в «Утро на колесах». Это Диденко Регина Семеновна. Внимание сейчас все. Заслуженный работник культуры России, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования. И это еще не все регалии. И еще художественный руководитель детского образцового музыкального театра «Сюрприз» при Доме офицеров. Здравствуйте. Калининграда. Мы поздравляем вас, что к нам добрались. Мы знаем, что с корабля на бал. Откуда приехали? Рассказывайте. Ну, недавно была в Москве по приглашению Андрея Малахова. Для меня это была неожиданность, но смысл, конечно, заключался в том, что моему, ну, сказать прямо ученику, в том плане, что я его лично учила, нет. Я нашла у него в 6 его лет его музыкальные способности, определила. Олега Газманова, вот та великолепная про Олега Газманова, да. Которая открыла. Мама его, да, мама его привела ко мне. Она была участковым врачом нашего участка и сказала: а можете ли вы проверить слух у моего мальчика? А вы на тот момент кем работали? А я был, мне было 25 лет, я только вышла замуж вообще-то. Но я работала вот в общеобразовательной школе в то время. Но я, конечно, я проверю этого мальчика. Ну, пожалуйста, как тебя зовут? Молчит. Как тебя зовут? Молчит? Нет. А мама и говорит, его зовут Алик. Ну, Алик. Ну, какой он Алик. Но нет, сейчас-то он уже не Алик, конечно. А тогда он был Алик. Алик, мальчик миленький, спой песенку. Нет. Ему только что купили трехколесный велосипед. Пришлось затащить на второй этаж, дать ему погонять по моим комнатам с этим велосипедом. Только потом он успокоился. Он сел на велосипед и запел «Исаул, Исаул». Мы его сняли с велосипеда и сказали: мальчик, спой песенку. И он спел какую-то там из детского сада, вероятно, песенку. И я сказала маме: вы знаете, у него абсолютный слух, срочно на скрипку, музыкальную школу. Ну, он же маленький, естественно, он маме подчинился. Мама его за ручку и в музыкальную школу Глиера. Там он, потом он рассказывал, пилил, потом его... На скрипочке? На скрипочке, да. Потом его кто-то соблазнил в акробатику, и он в этом футляре уже более старшего возраста тайно носил спортивные принадлежности. Ах, вот оно в этом, что, понимаете. Да, хитренький Алик. Да, хитренький Алик, который совершенно боялся маму, конечно. Мама такая строгая была дама. Все. И что? В конечном итоге, когда он уже стал взрослым, и мы с ним продолжали общаться то телеграммами, то поздравлениями, разным путем. Однажды ему поздравление сделала, ему на 65 лет. А мы в Испании. Я говорю: очень хорошо, отдыхайте. Вот. Но самое интересное, что он мне подарил диск со своими песнями и написал: Регине Семеновне от неудавшегося скрипача. Так, более совершенно того, точно. Более того, когда человека просили поиграть на скрипке перед гостями, допустим, дома, он просто колесо показывал, понимаешь? Да. Вероятно. Скажите, пожалуйста, Регина Семеновна, вот меня два вопроса интересуют. Первое, ну как вам на федеральном телевидении-то? Как Андрей Малахов как вас встретил? Ну, Андрей Малахов потрясающе меня встретил. Во-первых, он подбежал, когда, значит, меня объявили, я вышла там из этих кулис, Олег не знал, ему все это неожиданно. Он так повернулся, глаза: Регина Семеновна, и стоит же на своем месте, где ему как-то приковано. Так ведь и стыдно немножко человеку, да, потому что скрипки-то нет уже, получается, нет, да? Нет, это... Но он так скрипочку аккуратненько из-за спины. Он ее прятает. Это у него все в воображении, возможно. И тут подбежал ко мне Андрей Малахов и подал мне руку. Потому что там ступеньки. Учитесь, да. Спустили меня по этой лестнице, но не в том... Не то в варианте, который говорят, спустились. Так. И пригласили меня за общий стол. Который... Видите, как вас там спустили, а мы вас подняли на лестницу. Да, вы меня подняли. Все вернулось. Все... На круги своя. Да. Регина Семеновна, вот такой вопрос. Я маленько не поняла. Как Олег Газманов, уже став взрослым человеком, понял, что именно вы открыли в нем талант и вас нашел? Ну, во-первых, он меня нашел. Мы постоянно общались. А как вы общались? Вы следили за его творчеством, да? Да, конечно, следили. Я могла, у меня его мобильный тайный телефон, которым он не пользуется. Откуда взялся он у вас? Ну, он же сам сказал, я только
очень узкому кругу даю вот этот телефон. То есть он был благодарен с самого начала? Он сразу понимал, что именно вы открыли? Ну, в 6 лет он не понимал, конечно. Этого он не понимал. Но мама передала? Позднее. Нет, там другие были дела. Значит, когда он уже подрос, и он стал петь в ресторане «Калининград» у нас здесь. Да. И в «Атлантике» вроде же пел еще. Было такое. Как-то я с друзьями пришла туда, и он меня увидел. И, как всегда, знаете, есть такой бренд. Эта песня посвящается Регине Семеновне. Все захлопали, кто такая, где чего. Ну, я пришлось встать. Да. Ну, как-то так было. Скажите, есть у вас на каждый его концерт вот это VIP-приглашение? Да. Ну, это когда точно. В Калининград приезжал. Да. Это был, когда он был здесь, он персонально оставил там... Нет, VIP, я скажу, в чем дело. Приглашение. А там написано VIP-ряд. Ряд для VIP-ов. Ну, я сидела с губернаторами, там... Скажите, пожалуйста, вот тот самый эфир знаменитый с Андреем Малаховым, когда мы можем его увидеть? Вот вы знаете, я когда точно он? Знаю. 5 числа. 5 ноября. Канале, вот буквально на Первом канале... Смотри, Калининград. По Калининграду будет в 20 часов... 20 минут. Класс. Будем смотреть все вместе. Но спасибо. И вот еще у нас вопрос, да, потому что вы все-таки человек, который открыл в маленьком мальчике по имени Алик, да. Собственно, талант скрипача. Да. Нет, талант не скрипача. Талант, да. Талантуитка. Вот скажите, что? Елена Семеновна, вот в нас какие таланты? Может быть, вы прямо сразу смотрите? Вот вашим профессиональным взглядом, рентгеном, на вас? Вот просканируйте, да. Вот сначала Даша. Ну, у вас прекрасный талант очаровательной женщины. Это я точно говорю. Это так. А вы удивительный, перспективный мужчина, который будет разбивать сердца дам. Сам да вы что? Есть? Ну, у вас начало только. Какие ваши годы? Случилось уже у Александра. Ты что показываешь? Это просто амулет. Нет, случилось это замечательно. Вопрос, дети-то у вас у кого-то есть еще? Да, у Александра. У нас Александр отвечает за это. Две дочери. Сколько лет им? 12 лет и 6. Вот 6 ко мне в театр. Я обязательно. Она у меня, кстати, такая талантливая. Талант обязательно. 6, пока идет набор. Расскажите, хорошо. Как в себе раскрывать талант. У нас на это осталось буквально 30 секунд. Вот на эту прямо камеру, вот пожалуйста. На эту камеру. Как раскрывать в себе талант? Вот давайте пожелаем калининградцам, чтобы они нашли. Ну, что сказать? В себе талант сложно раскрыть. Я считаю, что все люди, все дети особенно, все талантливые, без исключения. Нужно только приложить какие-то усилия окружающим его, учителям, знакомым, там, музыкантам. И этот талант мгновенно расцветет пышным цветом. Спасибо вам большое. Вы уникальная, пожалуйста. Конечно, женщина. Спасибо. Скажите, сколько вот у вас, у меня крайний вопрос, сколько у вас преподавательского стажа накопилось? 65 лет. Всего-то 65 лет? Да. Просто тем если более... Я была мужчиной, расцеловала ваши руки. Спасибо. Тем самым можно определить, сколько мне лет. Но я уже не скрываю, я на весь эфир сказала, когда Андрей задал мне вопрос, это я скажу, хочу. Но мы посчитаем раньше, здесь потому что не это буду, Андрюша только 5 ноября. У Регины Семеновны такое мягкое рукопожатие, мне не хочется распускать руку. Пока не хочется распускать руки Александру, и слава распускать Богу, давайте руки. Посмотрим клип Олега Газманова, который называется «Домой». Человек – край, которым гордится. Спасибо.